Здравствуйте. Приехали мы в Ачинск. Время 12 дня. Дариночка прическу не сделала. Как лохматая какая. Да. Хотим бочку купить, да заодно в магазин зайти какой-нибудь. Хочу на выпускную что-нибудь купить. Найду, не найду что. В общем, вот такая у нас тут красота. Мы всегда сюда приезжаем, ну, когда в центр города. А когда по краю, мы останавливаемся там в столовой. Вот. А так мы останавливаемся тут в центре. Называется вот это вот тут вся красота. Причулымье. Гипермаркет, наверное, он или как. Но мы ходим в столовую, которая называется «Жаркая поляна». Довольно-таки. А, это торговый центр Причулымье. Вот. Пойдем, сходим. Ходили в Жаркую поляну пообедать. Видеокамеру даже включать не стала. Там так громко играет музыка. В общем, мы пообедали. Зашли в магазин, посмотрели. Ничего не выбрала я. Идем в другой магазин. Что, Дарь, нравится тебе в городе? Mm-hmm. Дарька с нами только поехала. Алина с Настей дома. Тоже бы с нами поехали. Сане стало плохо ночью. Ее что-то вытошнило. Но Алина сразу не хотела ехать. А Настя вроде собиралась, а потом со школы позвонили, надо в школу. Видимо, к выпускному готовиться. Ну, в общем, сейчас они дома, Настя там суп варит. Саша вроде нормально, поспала хорошо. Вот, а мы тут по городу гуляем. Тополя вовсю. Хотя у нас в Тюхтете тоже есть тополя, тоже пухов прилетает. Походим по городу. Ну, правда, сильно жарко. Зоомагазины, конечно, магазины на каждом шагу. Мы уже Ачинск более-менее знаем. А чем? А, пойдем. Ну вот видишь. Мы зайдем только в магазин «Семья». У нас тоже в Тюхтете открылся магазин «Семья». Ну там товара вообще мало. Ну вот папа там рубашку купили, и детям я купила им велосипедки всего по 125 рублей. Ну, детям они вообще нравятся. Хорошо тянутся такие. Вот. Ну и здесь вот тоже есть вот магазин. Называется «Семья». Хочу туда зайти. Ну и в основном, конечно, мы приехали за бочкой. За бочкой. Заодно немножко по магазинам. Вот цветочки уже цветут. Все у нас еще нет. Мы когда детей у нас было только трое, мы часто сюда приезжали с ребятишками. А сейчас что-то все дети маленькие, все никак не съездим. Тут есть и 3D-кинотеатр, и даже 5D-кинотеатр есть. Дети у нас ходили. Это городской дворец культуры. И вот там чуть подальше, там столовая очень вкусная. Жаркая поляна называется. Ой, кто-то мне звонит. Обманула. Магазин называется не «Семья», а «Фэмили». А у нас именно «Семья». О чем думаю? Все время не то говорю. Все. Вася померил. Трое брюк. Двое узких, одни большие. А на меня вообще ни одних не нашли. Сказали, таких маленьких нету. Самый большой 50-й.
Дарьке хотела комбинезон джинсовый посмотреть шортами. Сказали, есть, но только большие. На Дарьку будут большеватые. В общем, без ничего мы едем за бочкой. Начались хождения по мукам. Не можем найти адрес. Вот как всегда у нас. Уезжай. Там спросишь, там спросим. Не люблю из-за этого город. Вроде и небольшой городишко, а все равно. Крутишь, крутишь. Уже сколько времени мы тут мотаемся? Один так говорит, другой так говорит. Чш-чш-чш-чш. Красный, стой. Тоже есть вон какие развалюшки. И почему-то именно всегда на развалюшках реклама стоит. А за рекламу не платят. А тут раз разваливает, все не платят, да? А что, думаешь, вот тут и кто-то живет, и они за рекламу еще берут? Да? Ничего себе. Ну, это вот уже, наверное, не знаю, окраина, наверное. Ачинска. Красивые дома есть. И совсем-совсем вросшие в землю. Так, вот мостик переезжаем. Давай. Будем искать, ладно, Льва Толстого, 12. Мама, ты ничего не загружаешь? А что? Что ты такая лохматая всегда? Ты ничего не загружаешь? Поздороваться не хочешь? Здравствуйте. Говори всем привет. Всем привет. Мама. Надо крышку сделать. Вот сегодня опять у нас день прошел на смарку. На какую? На чего, на какую? На шмарку. Смарку. Это значит впустую на смарку. На какую тебе? А я без обуви. Ну, ноги грязные. Купили только бочку. Все, что хотели купить, ничего не купили. Да везде опоздали. Поэтому Ачинску крутили-вертели. Ой, чё попалошный день. Дарька коноплю мне там собирает. Сейчас пойду тяпать, если Томочка даст. Только по тротуару можно ходить. Алина убежала купаться, мама, можно. Весь день дома просидела. Санечка, ты бы сильно не ходила, доченька, на солнышке, милая? Нам можно. Что случилось? Помочь тебе? Ну, давай, помогу, давай. Надо бы цыплят. Что тебе подать, дочечка? Что, игрушки? Ты выверни и все. Выверни. Ага, вот так, переверни. Переверни. Санечка, помоги. А ты что, Сань, босиком? А что вы босиком ходите? Потом домой не зайдете. У нас еще паласы не все убраны. Еще одна босиком. Тома вчера в сандалиях своих пошла папе помогать поливать. Ну, мы с папой там поливали. Девчонки убежали. Ну, девчонки купаться целыми днями просятся. Я говорю, ладно, идите. Мы давай там с папкой поливать. И Тома там рядом с нами. Все сандали уделали, вон стоят, грязные-прегрязные. Я пошла там у нас в коробках искать. Нашла такие сандалики. Покупала ей в прошлом году. А они... Она же у нас такая маленькая. А они только-только нынче в пору. О. А если бы не заморала те сандали, так бы они и пролежали. И потом бы просто кому-нибудь отдала. Ой, нашла игрушку. Томочка, нашла игрушку. Угу. Пришли с садика. Настя, тут с Алиной суп варили. Ну, Алина там картошку начистила.
А Настя уже варила. Ни одна есть не стали. А пока вас не было, отсюда трогала. Кто тебе разрешил их трогать? Кто? Пальчиками трогала. Сама залезла? А если бы ты уронила цыпок на себя? Вот в этом Саня, вот вся Саня. Ой, такая она у нас Шкода. Такая непослушная девочка. Бочку надо вырезать еще сначала. И там масло было. Бензином Вася будет вымывать там все. Потом можно будет только использовать. Что это такое? Ладно, пойду я стирку засуну. Какую-нибудь стирку. Много уже стирки набралось. Тома играет, как в мультике. Девочка с варежкой играла, думала, что это собака. Пока шла, высохла. Да. Вечером купаться вообще круто. Дарина сегодня купаться не пошла. Пораньше отпустила гулять. Да, Алина давным-давно ушла уже. Разговариваешь. Домой. Кот сидит такой в шоке. Что там происходит, да? Тише. Что, скажи, там происходит? Ничего не поймет. Что снимаешь? Да Тишка в тошке. Ой, в тошке, говорю. В шоке сидит. Тонко там играет. Коровка ушла уже домой, наверное. Домой коровка ушла. Угу. Домой ушла коровка. Нет. Нет. Там мухи. Во дворе как-то меньше мошки и меньше мух. Там сейчас корова прошла, там капец, что творится. Она пошла домой. Женька и Сашка на улицу вообще не хотят выходить. Вчера дома проторчали весь вечер. И сейчас тоже. Ну, вчера, ладно, мошка была. Сегодня сильно нету. Ой, вот сейчас ударишь сама себя и будешь плакать. Ну. Вот как прилетит сейчас кончиком. Видишь, как больно будет. Папа там заканчивает уже поливать.
хотела пойти. Тома лезет совсем. Вообще не дает ничего. Ой, ничего делать не дает. Последний уже, наверное, болевает. Опять не хватило. Ну, завтра папа бочку сделает. Послезавтра у нас дождь обещают. А на выпускной день, на 29-го, вообще гроза и сильный дождь. Да? Ну, как Настя будет там? Тома, бешеный кролик. Че ты носишься? Теперь, Женечка, вспомни еще раз. Помнишь, я тебя спрашивала, кем ты хочешь стать? Ты кем сказала? Хочу зубным, пожарным и полицейским. Нет, ты давай уж выбери что-нибудь одно. Полицейский. Женя первая ее профессия была, когда я спросила, она сказала, что хочет стать зубным и вырывать всем зубы, а не лечить их. Ну, Тома! Упала? Папа больно? Ну вот, не лазь тут. Тома! Маленькая качает. Тома, не срывай мне съемку, я отсюда. Ударится она там. Тома, иди папе. Тома. Ой, маленькая ягоза. Больно? Так потому что ты не балуешься тут. Иди отсюда, ва. Томка. Ты не помнишь, как ты хотела стать зубным и вырывать им зубы, а не лечить? Ты поменяла свое мнение? Будешь всех помогать? Будешь лечить? Эх, ты хулиганка. Я хочу сказать, что больше всего... Мама! Я тебя шучу. Ты шутишь? Я хочу по-настоящему стать актрисой. Да ты что? И что? Актриса. Какая актриса? Ну, как там танцевать, чем-нибудь заниматься. Сниматься в фильмах, да? В маминых роликах постоянно сниматься. Хочу еще с парнем. Чего с парнем? С парнем тоже так же делать. Он мне будет все помогать. А что делать-то? Я буду на троне такая королева сидеть. Он мне будет все приносить. И ты тоже. Я? А почему я-то должна тебе все приносить? А кто? Ну, очень у тебя прям вообще. А что мама-то? Наоборот, вы должны маме все приносить. Мама-то старенькая. Бабуля, а что ли? Ну, конечно, пока еще не бабуля, нет. Ну, в приоритете должно быть так. Вы должны маме все помогать, а не я вам все приносить. Да-да-да, будешь все приносить. А по попе тапкам... Королевишны нашей, а? Ишь, размечталась. Ладно. Подожди, дочушенька. Сегодня мы в Ачинск поехали, хотя Саня у нас, ну, как бы ее стошнило. Но я утром смотрю, она нормальная.
Ну, всяко бывает. У нас Женю очень часто бывает, как бы стошнит, а потом она весь день нормальная. Ну, как бы не температура, ничего. Но у детей бывает часто. Поэтому мы сегодня оставила я ее дома с Алиной и с Настей. И мы с папой взяли только Дарину и поехали в город. Вот. Если и бы, дома. Да, если бы что-то случилось, у нас. А Дамушка же была в садике. Да, у нас бы соседи, конечно, все помогли. Вот. Ну, что могут подумать, что вот ребенок заболел, а мы взяли и уехали. Но это часто бывает. И не обязательно, что ребенку плохо там сильно будет. Я же посмотрела по состоянию ребенка. Поэтому вы уж там нас сильно не ругаете, то, что мы уехали. Вот. Если бы что-то. Ну, сейчас и кругом телефоны, и Настя уже взрослая. Как бы. 17, вот. 18 лет. Да, да. И Дима у нас тут был, и машина тут его рядом. Если что-то бы серьезно, просто бы увезли к врачу или врача бы на дом вызвали. Ну, слава богу, у Сани все нормально. Он там сидит, телевизор смотрит, уже вовсю бегала, гуляла. Но в садик все равно не пойдет. Оставлю ее еще за ней, понаблюдаю завтра. Вот. Ну, пусть. Что больной пришел? Она уже не больная. Так. Женя, не вытирай футболкой, вот. Так, мы с Женечкой хотим передать приветы. Доченька, ровненько держи, милая, ровненько. Ты моя красавица. Меня же не видно. Обязательно должно тебя быть видно. Меня же не видно. Самой первой, кем хочет стать Женя, ответила Кристина и Юль. Жизнь многодетной мамы Архипова, Виолетта Курпина. Доченька, держи ровно. Чепушинка. Чепушинка – это наша Света Чепушева, наши любимые друзья. Живут они в Челябинске. Наташа Логинова, Элина Гайнулова, Алина Бурманова, Настя Твин, Соня интересный блогер «Жизнь украинки», Джульет, Настюша, Нилаева 05, Анна Григоренко, Мани, Ольга Лайф, ТВ Куки, Александра Романова, Илона Свет, Катя Ванил, Волнистик Тиша. Да, чушенька, ровненько держи. Шиншиловая семья Пэтс, Ирина Гондарь и Дарина Кивилл. Так, давайте мы еще Дарина раз. Дарина Кивилл тут? Да, я хочу принести вам извинения, потому что совсем другие люди первый раз отвечали. Да, Тома, отвечали совсем другие наши подписчики, отвечали правильно. Ну, я не подумала и взяла быстренько видео, удалила, потому что дети там купались в ванночках, а я поискала, ну, в интернете везде посмотрела. Ну, вроде как не приветствуется это, и за это могут как бы канал вообще прикрыть. Поэтому я видео удалила его, там подрезала эти, вырезала там все лишнее. Поэтому извините нас, что так получилось. Вот, и на этом мы хотим сказать Женечкой... До свидания, всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. На твой канал, актриса ты моя. И ты пока, ты мой сладкий человечек, мой любимый. Сладкий пирожочек. Ну все, до свидания. До свидания. До завтра. Еще раз я хочу сказать, что я стану полицейским. Да ну тебя. То есть актрисой. Актрисой. Да. Актрисой.